Что делать, если молишься, но не получаешь просимого? Не получаешь просимого? Ну, вы знаете, что значит молишься? О чем молишься? Я вот, мне выходить на ринг надо. Я молюсь: Господи, помоги мне, да, в нокаут сделать своему противнику. И Бог не помогает, я лечу сверхтормашками. Ну, Бог, а молился еще. Или представьте себе, например, один православный, допустим, иерарх там, так, молится за команду свою. Кому? Ну, допустим, архиерей там, или уж патриарха не называю уже, конечно, да, за свою команду. А другой, тоже православный, молится за свою команду. И как тут быть Богу, Господу Богу, скажите? А ведь молится-то что? Чтобы моя команда выиграла, чтобы мои боксеры их отправили, да, туда. А тут молится, чтобы мои их. Слушайте, это что такое? Я вообще не понимаю, как это можно молиться о таких вещах. А сколько угодно. Когда он привозили чуть-чуть мощей святителя Николая из Бари. Кстати, у нас же в Москве есть всюду. Нет, ну тут из Бари, тут от Папы Римского. Вы же... И что с народом нашим? Наш православный народ, католики это, еретики. Тут все ринулись, миллионы. И о чем молились они? О чем молились? Вы что думаете, кто-то молился о том, свидетелю отче Николы, помоги мне избавиться от зависти, что ли? Да на него бы насмех подняли, такого человека. Какая зависть-то? Знаем, о чем молились? О чем? Исключительно только о наших бытовых, семейных, да, проблемах, здоровье, скорбях. Мы же православные, нам небо не нужно. Нам земля, матушка, дай, и больше ничего не нужно. Вот поэтому апостол Иаков-то и написал такие страшные слова: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро». Вы слышите? Не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вы слышите? Прямо написал, ух, как точно, да, для наших вожделений, для этой жизни. Представьте, это православные. И все это было бы очень бы интересно с магнитофончиком подойти к этим миллионам и записать, о чем кто просит. Сколько нашлось людей, которые бы просили избавиться от тщеславия, например, там. Правда? От жадности, от гнева. Я просто, ну, наверное, я не знаю людей, да. Но мне кажется, это, если есть, то единицы. Мы православные. Вот так.